Сегодня нас ждет большое приключение. Пришло время, чтобы перепрыгнуть через время. Поэтому смотрите, учитесь, действуйте. Вітам всіх ми пчіла і вопрос такой был. Покажите, пожалуйста, расскажите о ценах на продукты, по чекам, то есть что почем и насколько. Вот такой вот был вопрос. Скажу честно, что это видео как бы мне сделать труднее всего, потому что как бы не люблю я по магазинам по этим ходить. И в чеках мне поможет ёжик разобраться, потому что я тоже путаюсь, где что находится. Ёжик, не. Вот видите, он увольте ёжика! Увольте ёжика! Он не хочет, представляете? Мы сейчас приехали с магазина, сегодня мы ездили в Кауфланд, были в Бедромке. Вот, ребят, попробуем сейчас разобраться и рассказать вам, что почем и сколько. Так, это мы сделали закупы на неделю, как всегда. Вот видите, приехали, даже не разделись еще. И сейчас мы вам все расскажем. Ёжик, вот. Ёжик, ничего не расскажет. Вот ёжик распаковывает пакетики все. Сейчас мы это все выкладим на стол. Давай, ёжик. И вот чеки из Бедронки. Так, здесь вот у нас два чека, три. Вот уже супер забыл купить, поэтому. Так, здесь вот один чек, 2,49. Это мы потом в самом конце на кассе уже вспомнили, что забыли купить сахар и пошли купили. Вот 2,49. Где он? Вот я его сейчас могу сразу же вам найти, показать. Ну вот просто вот такая вот пачечка. Вот 1 килограмм, вот сахар. Так, все, Ёжик, убирай его, а то тут места не хватит. О, Виталик рыбки набрал. Ну, как всегда. Так, и вот у нас еще 203 злотых. Вот все это вместе. И еще один чек на 190 злотых. Так. Ну, что почем здесь, ну, не знаю. Очень это все... сложно, запутано. Так, ну ёжик, давай. Чё тебе ёжик? Как-нибудь. Ну, так, давай. Вот, мы взяли вот такой хлебушек, берем его нарезной. Вот, ну, 9, да, чтоб не резаться. 900 нормально. Грамм. Чтоб не резать, чтобы сразу достать и кушать, да? Ну, вот на канапке добраться. А это вот у нас такие тостовые тоже кусочки. 500 грамм, такая буханка, нарезной тоже хлеб, мы его всегда берем. Это на работу мы берем бутербродики делаем. Да. Там котлетки и сыр. Сок. Так. Видишь, какой сок? Давай. Сок вот такой. Так, с ананасом и кокосом. Вот, смотрите. И яблоко. И яблоко, да. Яблочко, в смысле. Сколько он стоит? А я тут знаю. Ой. Ребят, я очень долго буду разбираться, сколько этот сок стоит. Давайте я не буду по чекам. Я это вот наличники. Вам, я вот вам примерно сказал 203 плюс 190. Вот так. Так, это блинчики с яблоком. Есть такие еще блинчики с творогом. Мы сегодня взяли с яблоком. Эту неделю мы будем есть с яблоком. Вот они. Две на хлебе лежит. Так, это у нас пиццы. Так, вот. Две коробки. Так. А то есть курчака. Так. Это окорочка по-русски. Да, 2,5 килограмма. 2,5 килограмма. Вот. Угу. Сколько они тут получается? Угу. Сколько? 18,81. 18 злотых, 81 грош стоит. А сколько там вес в этой вот? 2,5 килограмма. 2,5 килограмма. Так, дальше. Вот такие котлетки для стейков. Мы их берем на работу. Делаем из них бутерброды. Для стейка, для гамбургеров. Да, для гамбургеров. Мы их берем и делаем канапки. Да. На работу. На работу. Добавляем так туда сыр, вот так, хлеб. Вот такую пиццу на завтраке.
Да, вот такие пиццы, вот несколько Giuseppe. Коробок разных вот взяли мы такие. Так, здесь две, да, штуки? Да, а здесь три. А здесь по три. Вот мы такие две коробки взяли, которые по три. Ну вот нам хватает утром на завтрак, как бы сделать пиццу. Мы ее берем, добавляем туда сыр, колбаску и выпекаем вот тут вот в духовке. Очень быстро это все делается. Машлянка. Машлянка, вот смотрите. Это знаете, что такое? Это фруктовый кефирчик. Это с... Типа как варенец. Да, это с клубникой, а это с яблочком. Питьевой йогурт. Да, очень вкусно. Нет, не йогурт, это по-другому. То есть это все по одному литру, такие коробочки. А вот такой чаек. Так, чаек взяли. Сколько там чего у нас выходит? Так, это с кусочками... фруктов, кусочки черный чай, черный. Заваривать его вот это, в заварнике. Да, вот такой вот. В чайничке. 80 грамм, сколько он у нас там стоит? 9 с чем-то, да? Да, да, да. Вот это я очень хорошо вот помню. Вот такой чай. Ну, просто вот как бы ароматный такой чаек. Будем его пить. Так, дальше. А что мы кофе не взяли? А? Почти полная банка, котик. А, да-да-да, у нас был. Ладно, все. Дальше. Купили вот такие кабаносы. Это польское такое блюдо, да? Колбаски. Да. Копченые. Очень хорошо к пиву. Вкусные такие вот. Сколько они были у нас там? Ой, котик, 6 злотых, по-моему. 6 злотых. Вот. Таких 2 пачки. Вот таких по 6 злотых. А вот это сколько было? Вот такие еще кабанусы. Не помню. Хоть. Это мы не помним. Вот, видишь, он там. Вот кефирчик. Так, кефирчик вот такой. 500 грамм. Хороший кефирчик. Не кислый, ничего. Отличный такой. А вот вам этот. Кефирчик тоже, по-моему, 2 с чем-то стоит. 2 банки вот эти. Вот кефирчик. Вот, 2. 2 бутылки, в смысле, вот таких. Так, где-то йогурты. Так, фрувита вкусные. Стоит 1 злотый 49 грошей. Это я точно знаю, потому что мы берем каждый раз их. Ну, бывает и со скидками. Ну, в основном так. Так, вот с клубникой. Так, 400 грамм они. Вот с клубникой, с вишней такие. Потом с черникой и с абрикосом. Так, дальше что у нас? Приправа к курчаку. Это мы будем готовить курчак. Вот недавно. Это вот там два курчака. Вот этого. Да, вот этого. Вот этого курчака будем готовить. Такого, который мы вам недавно показывали на противне. Так, это чернослив. Сколько он стоит, чернослив? Я не вем. Не вем? И я не вем. Короче, две вот таких. Очень вкусный, свеженький, замечательный. 200 грамм чернослив. Очень здорово с творожком, утречком или в обед. Очень хорошо. И так пожевать можно. И так можно, да. Дальше у нас что идет? Огурчики. Вот мы взяли огурчики немножко. Да, кстати, здесь по ценам все очень даже приемлемо. То есть вот мы почти год назад приехали и почти по таким же ценам сейчас покупаем зимой. То есть что летом, что зимой, одно и то же. Так. Как в России бывает, что, например, огурцы... Летом как бы дешево стоит в магазине, а зимой намного дороже. Здесь такого нет, здесь может быть разница на несколько грошей, ну, на злотовку. То есть. Может быть, повысилось кое-что на злотый. Ну, вот так. То есть повышения цен таких, как в России, нет. Итого, сколько всего денег? Что, сколько всего денег? Всего, сумма. Так. В общем. 203 и 190. 390 злотых. 390 злотых. Вот это вот все. Подожди, ты еще не все рассказал. На 390. Ну просто сделай общий план. Ну. Так, вот такие вот печеньки овсяные, очень вкусные. Они мне нравятся. Это я буду убирать сейчас. Стоят 1,5 злотых. 230 грамм. Такая колбаска. Вот он не дает мне ничего снимать, короче. Копченая колбаска. Вот такая вот копченая рыбка. Вот такая вкусная. Горячего копчения. Холодного копчения здесь нет больше. Макароны вот такие по килограмму. Так, потом вот такие вот с желе сладенькие как бы тортики.
11 злотых он стоит. Вон, видите, 11 злотых. Стоит 558 грамм. Желейный такой. А второй вот такой, ореховый какой-то тоже. Тирамису. Тортик. Да, тирамису. Вот так он выглядит. Так, там не написано, сколько стоит. Вон, видите, флаг. Это итальянский тортик такой. Так. Нет, не написано. 500 грамм. Ладно. Дальше сыр Гауда. Вот такой. Такие вот нарезные пластики. 300 грамм. Вот таких три штуки. Вот, угу. Вот у нас таких три штуки. Четыре. Это чисто вот на канапке. На утро. Забрать. Да. Дальше что? Дальше вот мандаринки. По акции сегодня были, да? Да. Что-то я не знаю сколько. Зеленка. Зелень. Там у нас петрушка. И что еще? И укропчик. И укропчик. Сколько стоит, не помнишь? Это что-то около золотовки. Около злотого вот это все стоит. Ну, это делать салатики, например, там, или супчик. Так, яблочки вот такие. Да, Виталик от души набрал яблочек. Яблочки. Он их очень обожает. Вот такие яблочки, то есть, сколько тут? Здесь 1,5 килограмма так. Ну, короче, это получается 4,5 килограмма, почти 5. Почти 5 килограмм яблок. Ну, я их не люблю, поэтому мне все равно. Так, дальше. Карпеты. Подожди, минеральная водичка, это вот для меня. Вот такая вот водичка. Так, она у нас тут сколько? Полторушник, наверное, да? 1,5 литра. Так, минеральная, деликатно газированная. То есть, по-русски, если перевести, среднегазированная. Так, бананчики вот взяли. Сколько здесь? Деликатно, это слабенько. Слабенько, ну и я и говорю, среднегазированная получается. Так, это сколько тут? Нету здесь ничего? Нет, не видно. Короче, не видно. Это очень долго мы будем разбираться. Так, дальше маслица. Ну, тоже, смотри. Маслица. Банановая республика. А, еще вот банан, да. Да. 2 пакетика бананов. Так, вот такое маслица очень хорошее. Фирма такая Млечная долина. Молочка этой фирмы очень хорошая, вкусная. Угу. Так, 300 грамм тоже масло кусочек. Натуральное масло это. Вот такое молочко по 3,2%. Три мы взяли. Бутылочки, тоже Млечная долина, вот смотрите, очень хорошее молочко. Дальше, соль кончилась, соль. Да, у нас? Да. Соль кончилась. Вот мы ее взяли. Так. А еще вот такое пивко. И пиво взяли. Королевское. Пиво сколько стоит? Если по одной банке берешь, оно идет дороже, чем если в упаковке. Вот так. Да, вот здесь. В упаковке дешевле. Так, вот так оно там внутри выглядит. Но мы еще не открывали, только-только пришли. Так. Ну, можешь открыть, показать. Вот покажи. Такая. Сколько? Не помнишь, сколько стоит? Ну, не помню, котик. Не помню. Ой, простите. Не помню. Так, дальше что? Так, а кончился порошок у нас. Мы взяли вот такой порошок. 4 килограмма 350 грамм. Сколько он стоит, порошок? Сейчас. Большая. 39 злотых. 39 злотых. Большая-большая коробка. Хватит, я не знаю, месяца на 2, на 3. Да? Да. Даже больше. То есть мы вот купили и забыли про него. Так, дальше губки. Губки, по-моему, пришли в негодность, да, взяли? Да, да, тоже. Блинчики уже показывали. Так, что еще? Такие пиццы Донателло. А, еще вот эту пиццу забыли. Тоже две, да? Мы очень любим пиццы. Пиццы. Особенно по утрам. Да, очень хорошо. Вот так. Ёжик туда еще добавляет немножко колбаски тоненько, да. И сырка сверху. И получается такая большая вкусная пицца. Да, завтра. И сытная пицца. Завтра готовит ёжик всегда. Встает пораньше чуть-чуть и готовит. Так, ну вот. Вот столько всего. Мы покупаем на неделю. Ну, знаете, получается, это зарплата за один день, да? Ну да, 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 получается, да. Как бы, за один день. Если все это посчитать, да, получается. Ну, то есть, сегодня мы ходили в субботу на работу, и сегодня такой день, как бы, выходной. Ну, кто выходит на работу, тому, значит, оплачивается наличными после работы. И вот мы сегодня за один день заработали так. Да? Да. Нас трое. Вот. Значит, по 100 злотых. Ну, да. И чуть-чуть добавили. Ну и все. Вот так, ребята. Считайте вот по покупательской способности, по зарплате, насколько это хватает, по ценам. Вот то, что вы спрашивали, мы вам это и рассказали.
простите нас, пожалуйста, что мы не разобрали конкретно цены по чекам. Это было бы очень-очень долго и муторно. А с вами были Чеширы. Мы рассказали вам то, что вы просили нас. Пока-пока. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и вообще заходите к нам, подписывайтесь на колокольчик, нажимайте. С вами были Чеширы. Еще раз пока-пока.